шторм бушует, а пламя горит. Мы вместе сразимся с тенями. И солнечное небо, и звезды пути укажут дорогу к победе. Я рыцарем стану и помогу всем, кто нуждается в свете. Добром дорогу свою освещу и к финишу первым приду. Мол, карлички твои сбудутся, не унывай. Вперед иди, не сдавайся, педаль газа ты выжимай. С друзьями ты не расставайся. Ты к цели спеши, волшебный дракон нам поможет пути. Наша дружба сильна, а победа близка. Озарим этот мир Монкарт. Гонка легенд. К финалу. Гран-при Поски. Посмотрим. Есть места? О! А. Привет! Приветики! А? Что с Джином? К еде не притронулся. Джину сегодня нехорошо? Он, наверное, очень волнуется из-за предстоящей гонки. Вовсе нет. Просто думаю, как мне одолеть фетеля на треке. А, ясно. Ну что, придумал уже? Нет, не знаю. Не переживай. Фетель, может, и силен, но он много гоняет, потому наверняка устал. Что это? Замок! Проверьте все! К оружию! Есть! Быстрее! Быстрее! Что, Изабель сбежала? Но она находилась под стражей! Похоже, кто-то разбил мое заклятие. Не просто пробраться под носом у моей стражи и снять заклятие. Кто это мог быть? Нашли! А? Они скрываются в подземелье. Что? Поймать! Избавьтесь от Изабель и ее помощников, если придется. Есть! В мире монстров обстановка накаляется. Сразись на полыхающем от атак треке. Трансформируйся в Зетароид и Гигароид и стань рыцарем Монкарта. Вперед, Драборст! Они там! Скорее! Быстрые! Уже смогли нагнать нас! Я их отвлеку, чтобы вы все смогли выбраться. Чего-чего? Мы тут, чтобы спасти тебя! Мы герои! Человек-торнадо! Кубу, это ты? Знала, что вы живы! Я рада! Они там! Монча! 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 Уходите! Не рискуйте своей жизнью ради меня! Я пообещал Джину, что спасу тебя, несмотря ни на что. Обещал? Этот Джин больно добрый малый. Он пообещал Анжеле спасти тебя, поэтому мы здесь. Что? Анжела? Сестра? Похоже, выход есть. Скорее! Вперед! Как много стражи! Наверное, там что-то происходит. Здесь не пройдем. Используем тот секретный проход Сейны. Дра! Ты здесь? Что? Человек-торнадо развалил тюрьму? И сбежал с Изабель из замка? О чем только Кубу думал! Похоже, они воспользовались подземным ходом, но их еще не поймали. Ужасно. Надо их вытащить. Сейна, а ты не знаешь, куда ведет этот ход? К трущобам.
Трущобы? Снаружи замок Поски кажется величавым, но под землей живут бедняки. В детстве мне говорили никогда не ходить в ту часть замка. Но вы же знаете, как туда попасть? Принцесса! Прошу, скажи! Я покажу. Они движутся к восточной части замка. Остановите их и поймайте. Монча! Они уходят! Отсюда начинаются лабиринты, капитан. Если спрячутся, мы никогда их не найдем. Сжечь всю деревню! Все, кто стоят на пути лорда Дестро, будут устранены! Бегите, бегите! Вон туда, бежим! Вот злодеи! Нет, что они делают? Что? Кто это? Почему стражники королевства не защищают жителей, а нападают на них? Или вы даже не признаете жителей этой деревни за людей? Фетель, мы исполняем приказы Дестро. Встанешь у нас на пути, и мы тебя не пощадим. Прекратить! Принцесса Сейна. О, похоже, Джин пришел нас спасать. Принцесса, заберите солдат и покиньте деревню. Но... Это приказ. Отходим! Есть! Фетель! Что ты тут делаешь, Фетель? Ну так что? Отпусти меня! Спасибо! Почему ты не сказал всю правду? Прекрати, не могу дышать! Мы переживали! У меня были причины не говорить. Кстати... Спасибо за то, что спас нас. Не обманывайся. Это только потому, что я не мог простить их. О чем это ты? Моя семья жила в центре города. Но затем мои родители пали жертвой наемника, и я оказался в этой деревне. Для меня это место словно второй дом. Тут я выучил урок. Слабость – преступление. Пока ты силен, не будешь жертвой. Так ты говоришь, что потому взял зерно хаоса? Пошел служить Дестро, чтобы стать сильнее? Служить? Никогда! Я лично хочу свергнуть Дестро! Что? Сам увидишь. Завтра я одолею в гонке тебя, а после того наступит очередь Дестро. Пошли, Раркин! Фетель, ты? Простите, ваше высочество, за мои поступки. Я своими глазами видела, что его и ее величество обратились в холодный камень. Значит, ты их видела? То, что сделал Дестро, непростительно. Мы должны свергнуть его и заставить заплатить за это. Это невозможно. Сестра! Робби! Анджела! А ты кто такой? Это принц Чен из королевства Централ. Простите меня, ваше высочество. Солдаты подчиняются Дестро. Могут пострадать люди. Этого нельзя допустить. И мы не имеем права прерывать гран-при Поски. Надо уважать гонщиков, которые усердно трудились, чтобы попасть сюда. Но мы не можем рисковать королевством из-за какого-то турнира. Не просто турнир! Они через многое прошли, чтобы попасть сюда и стать прославленными рыцарями. Только им под силу свергнуть Дестро и выиграть гонку. Я в это верю. Кубо, и куда это ты?
вернуть эти шарики. Я использовал их, чтобы разбудить ее, но они разбились. Вернуть? Но кому? Скажу, когда вернусь. Монте! Кубо! Удачи на гонке сегодня! Мы будем за тебя болеть! Тро! Кубо, что ты задумал? Добро пожаловать, верные фанаты Монкарта! Наконец-то настало время финала Гран-при Поски! Кто победит в финале и сразится с Лордом Дестро за титул рыцаря? Приветствуем наших гонщиков! Первый претендент – Джин Хейст и его монстр-драка! Эти новички взяли наш трек штормом! Смогут ли они продолжить череду выигрышей? Джин, ты сможешь! Удачи, Джин! Драка, ты крадешь мою толпу! Второй участник – Фетель Баскервиль и его монстр Раркин! Мы болеем за тебя! А? Что это? Это что, фанаты Фетеля? Принц Трека, знаменитый своей невероятной силой и непобедимым мастерством. Ждем не дождемся его сегодняшнего выступления. Монкарт на старт! Драка, вперед! Я знаю, мы сможем выиграть! Да! Тебе не выиграть, как ни старайся. Победу заберем мы! Ра! На старт! Поехали! Вперед, драка! Ра! И финальная гонка Гран-при Поски началась! Озвучено компанией Trend Media Service в 2018 году.